Вместе с президентом США Джо Байденом в Белый дом переехали двое его любимцев – овчарки, Чемп и Мейджор. Мейджор стал первой собакой из приюта, которого судьба забросила в главную семью Америки. У четвероногих любимцев Байдена уже есть собственные страницы в соцсетях и десятки тысяч поклонников. У президента Украины Владимира Зеленского и его семьи есть много домашних животных. Всего в семье есть две породистые собаки – овчарка Нора и черный цвергшнауцер по имени Петя. Также у президента Украины дома живут попугай и морская свинка. Владимир Путин, президент Российской Федерации, имел 6 собак, 5 из которых на данный момент живы. У Путина было 2 пуделя – Тоси и Родео, которые после развода остались у бывшей жены Путина Людмилы. Кони, самка породы лабрадор, в 2000 году была подарена Сергеем Шойгу Путину. Баффи, овчарка каракачанской породы, был подарен премьер-министром Болгарии. Юме, самка породы Акита Ину, прибыла в Москву из Токио, Япония. Верный, кобель породы Алабай, был подарен Путину на день рождения президентом Туркмении. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит взяли из приюта черную собаку, помесь лабрадора и грифона. Нового обитателя Елисейского дворца назвали Немо. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко – большой любитель домашних животных. Дома и на ферме – 3 кота, шпиц, умка, лабрадор Ллойд, козы, подаренный кролик и коровы. Александр Лукашенко неоднократно признавался, что живность – это его страсть. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху – обладатель собаки по кличке Кая. Семья Нетаньяху взяла 10-летнюю Каю в приюте для собак, который предполагалось закрыть. В том же году произошел инцидент, собака покусала высокопоставленных гостей политика на мероприятии в честь праздника Ханука. Собака президента Финляндии Саули Ниинисте по кличке Ленну покорила сердца пользователей по всему миру. 5-летний бостон-терьер Ленну, выходя в свет, с легкостью отвлекает внимание от своего хозяина. После смерти Ленну в семье президента появился новый член – Тентерфилд-терьер Оску. Это австралийская порода собак, которая живет 12-14 лет и достигает высоту примерно 30 сантиметров. Бывший президент США Барак Обама завел пса породы португальский водолаз по кличке Бео. Вскоре к нему присоединилась Сани, также принадлежащая к водяным собакам. Эта порода считается очень редкой и отличается тем, что на лапах питомцев есть перепонки, делающие их отличными пловцами.